Всем доброго времени года. Баннеры, как всегда, на экране. Ссылки, как всегда, в описании. Хочется сказать огромное спасибо за предоставленный нож на проект компании Kizlyar Supreme магазину kizlyarextreme.ru. Этот нож находится у меня уже некоторое время. Я готов поделиться с вами своими мыслями. Итак, нож City Hunter – это продолжение серии небольших городских ножей. Я бы от себя добавил, что это универсальный нож-инструмент, им удобно строгать, без опаски батонить и так далее. Ну, если сказать проще, просто им удобно работать. Пользование ножом, да и само его ношение – это, скорее всего, ритуал, элемент обрядности, этнического обычая. Во, загнул! А что не так? Ведь носишь с собой нож изо дня в день, и он тебе не пригождается. Но стоит его забыть хоть раз дома, оставить, так сразу он тебе жизненно необходим. Это как оберег получается. А в виде City Hunter это еще универсальный прочный инструмент, который всегда при тебе. Ладно, меньше слов, больше дела. Это проект по кругу продолжается. Пришла ко мне посылочка от Вадима под ником Секира Сочи, долгожданная. Скрывать будем Урбаном Kizlyar Supreme. Переточил я его общий угол 30 градусов, то есть по 15 с каждой стороны. Посмотрим, какой он из себя резачок. Так. Ну что, вскрываем. Это подарки участникам проекта от фирмы Kizlyar Supreme. Ручки, такие нашивочки. Ну и сам ножичек City Hunter. Насколько больше он? Где-то на сантиметр, на полтора больше. Спуски прямые. Даже, наверное, по толщине, чуточку потолще. Сейчас возьму. Можно пробежаться быстренько по ТТХ его. Кому может интересно будет. Так, полная длина его 21,5. 21,5. Длина клиночка 10,5. Длина рукоятки где-то получается почти 11. Спуски прямые. Толщина в обухе составляет, значит,
3,5. А этот тогда сколько? А этот ровно 3. Ну да. Разница. Да. Здесь все-таки микарта цепкая, хорошая. А здесь G10. Все-таки отличается. С микартой мне больше нравится. И вообще ножичек, изначально я хотел этот нож, но они долго его не могли выпустить что-то. Первый раз я увидел вообще информационный листок, ну то есть сертификат, сразу его захотел. Там было как бы два сертификата, на этот и на этот нож. То есть на Urban и на City Hunter. Вот мне City Hunter больше понравился, потому что у него прямые спуски, клиночек чуть подлиннее. Здесь маленький клиночек. Видите, режущая кромка еще с какого расстояния начинается. Вот это мне более, так сказать, по душе нож. Баланс у него все равно в рукоять, конечно. Но это не столь важно. Главное, сам нож удобный. Мне по руке вообще удобный. Подвес, конечно, не знаю даже, как объяснить. Нагромождено, конечно, много всего. Ну, я вот обычно вот так вот сделаю. Хотя бы так, уже меньше, так сказать, это всего этого. Тоньше получается. А лучше, конечно, вообще на клипсу садить ее как поперек, вот так вот, так что на карман прям садить. Так, сведен он, значит. А сведен он очень тоненько, кстати. Подводик вообще узенький какой. Посмотрите, у меня ширина подвода, но это я под 15 градусов перетачивал. Где-то ширина подвода у меня где-то с миллиметр. Полтора, а здесь меньше миллиметра подвод. То есть сейчас посмотрим, насколько он сведен еще. Сейчас попробуем зацепить самый кончик. Знаете, сколько он сведен? Где-то в 0,4, ближе к серединке. В 0,3 даже намерил. Здесь тоже 0,3. И почти у самого кончика. Ну, давайте сам кончик вообще зацепим. Посмотрим. Кончик 0,4 где-то. Да, кончик 0,4. А здесь возле кончика у нас. Ну, уже ближе. 0,3-0,4. То есть сведение у него вообще получается 0,3. Вот именно у этой экземпляра. Заточка с коробки, так сказать. Ну, махрит немного, конечно. Махрит немного. Ну, уверенный рез бумаги есть. Уверенный рез бумаги есть, конечно. Что тут такое цепляет? Мне показалось. Вот такой уверенный рез бумаги. Ну, это мой резачок. Видите? Резачок. Просто. Только пальцы успевай. Убирай. Так, ну давайте что-нибудь с тестами сейчас решим. Так, резачок я свой убираю. Сравнивать не будем. Давайте сразу приступим к тестам. Посмотрим, что покажет тест.
Ну, знаете, я привык работать острыми ножами. Очень острыми, в бритву. Поэтому я его чуть-чуть сейчас подправлю на пасть. Обычно паста Гоя, кусок ремня. Чуточку подправим. Ну сколько я уже? Минуты 3-4 тут. Я думаю, достаточно. Уже в бризу. Так, проверим. Уже что-то. Видите? Уже почти бриться. Еще 2-3 минуты и будет вообще бриться можно будет. Ну, хотя бы этого уже достаточно для меня. Так, ну давайте перед тестом еще раз покажу заточку. Уже не махрит. То есть уверенно режет бумагу. Здесь у меня, значит, вот такой вот хвост. Давайте посмотрим, как будет по костям работать он. Так, нормально все попадает. Так, это мусорку. Вот такой вот хвост. Треска. Кости жесткие у нее, прям аж. Сами видите, как режет. Плохо. Ох, толстые какие кости. Но режет. Есть. Идет, идет. Прям по костям. Чисто плавники режу кость. Видите? Рабочий кончик у него. Там, где не справляется, можно кончиком подрезать. Уже нравится мне. Кончик такой острый, рабочий. По центру получается. То есть он не смещен ни вверх, ни вниз. Ровно получается по центру. Почти. Дорезал. Так, ну что, попробуем от кости отделить. Так. Thank you.
по костям идем. Видно? Так, одну половину сняли. Давайте вторую половину попробуем. Так, почти получилось. Тут косточка хорошая. Такая. Да, кончик мне понравился вообще работать. Так, этот хвост в сторонку. Так, попробуем сейчас снять. Как у нас это получится? Я не профессиональный повар, делаю как умею. Оп, прорезал даже шкуру. Даже неплохо. Даже неплохо снимается. Рыбка на ура идет. Так, филешку одну сняли, сейчас вторую со шкуры снимем.
есть еще одна. Давайте я сейчас нож помою и проверим заточку после костей рыбы. Так, вот листик. Мне показалось. Показалось. Именно эти места. Ни заминов, ни сколов нету. Видите? Нигде не цепляет. На всей протяжении, на всем протяжении режущей кромки. Режет нормально. Тест на рыбе. На пятерочку прошел. Отлично, удобно. Все-таки микарта мне нравится больше. Вот она сейчас намокла и стала еще более цепляться, чем Так, тест по рыбе мы уже делали. Давайте попробуем, как он пойдет. По костям отделять удобно будет, нет? Руки специально сейчас сделаем жирные. В сале все. Ой, жирные какие. Рукоять тоже вся жирная. Проверим цепкость микарты. Видите? Аж все в сале. Я потом отмою все. Мне просто интересно. Видите, сколько жира. Вот он, реальный, то есть этот. Все в жиру. Блин, скользко. Все вообще, все жирно. Пошел тест на удержание, то есть. Реально. Скользковато, конечно, но я думаю, был бы другой материал, было бы еще скользее, так сказать. Так, ну сало мы засолим, наверное, сразу на кусочки его. Поделить, отмыть, засолить.
нож нормальный, острый. Так, проверить. Мясо не замороженное, сырое, поэтому режется. Надо очень-очень острый нож. Так, ну теперь пошли вырезать. Как он по костям будет работать, интересно. По суставам, конечно, он широковатый, но я думаю, тоже будет справляться. Все в жару. Косточка одна. Так, тут косточка. О, по кости прошелся. Блин, вообще отлично идет, а? Все-таки прямые спуски удобнее намного. Вот кусочек пополам можно разрезать. Так, ребрышки. По суставам. Сустав отделил. Кончик все равно деликатный такой. Как бы страшновато в такое его пихать сильно. Кончик все равно деликатный. Ну, в принципе, я уже его разрезал. Подрезал, разрезал со всех сторон кончиком этим. Просто ломать не хочу. На слом. А то он там, мне кажется, останется. Ну это надо проверить, я думаю. Кончик проверим. Ну, в принципе, даже таким кончиком удобно подлезать куда-то суставы. Тоже тест на ура. И удержание. Не выскальзывает ничего на режущую кромку. Так что и геометрия. Удобный нож.